Хей, йоу, гайз, с вами Шумики, мы продолжаем Радитер под названием Трайн 2. В принципе, мы довольно быстро, кажется, проскочили, если я не ошибаюсь, ну, по самочувствию было быстро. Ладно, грибная топь у нас с вами, ребят, по значку, походу, у нас будет гигантский паук, босс. И что, тут ничего нету? Но я ожидаю большого паука. Да-да-да, именно ловушки еще вместе с ними появились. В этой пещере что-то есть. И это точно не единороги или радуги. А, ну, в принципе, да. Ну. Ну. Так, там что-то есть. Нерушимая постройка. Отличненько. Это грибная долина, да, которая была в прошлой серии? Нет! Живем. Плохо. Блин, жалко, что там я подбираю сердца не для того, чтобы у меня увеличилось количество всего вообще. Ау. Изи. Ну, я думаю, изи. Ну и чё так долго? Да ладно, без файтинга? Да ладно, так неинтересно. Не, если мне сейчас, конечно, скажут то, что, извини, дверь не откроется. Плевать, дверь просто улетела. Хотя да, я мог обойти. Ну,
Понял. Принял. Чё такой сложный? Он очень хпшный. Очень. Да ёлопало. Блин, тупая камера. Хоп. Бип-бип. Давай, быстрее, быстрее. Тихо. Не умираем. Поехали. Все? Так, теперь нужно понять, куда мне идти. Давайте сюда. Бам. Бац, бац. Блум. Не, хотя бы еще один уровень мне нужно поднять. Ага. Блум, 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 блум. Так, это логично, что мне туда идти. Так, тут яд. Ну, ладно. Хотя, снова же, я мог даже этот цветок не выращивать, а с помощью кубиков и одной палки залезть на изи. Если вы хотите спидранить эту игру, вам всего лишь нужно мага прокачивать, да и все. Но снова же, мне нужно... Ладно, сейчас сделаем таким образом. Раз. Два. Вот и все. Нихера тут сокровищ. Там, где падает вода, нужно нам с тобой туда. Рядом спи, моя любовь. Выше ненависти кровь. Нифига тут сокровищ. Да. Ну что, давайте поплаваем, посмотрим, что здесь вообще есть пока что под водой. Под водой мы драться не можем. Колдовать тоже ничего такого не можем. Что, все? Снова? В пещерах Понтий нашел несколько грибов, но Зоя и Амадей убедили его не есть их. Амадей вспомнил, как варил грибное зелье, будучи еще учеником. Ничем хорошим это не кончилось. Герои вышли из пещеры с первыми лучами рассветного солнца. Ну что, думаю, давайте на этом тогда с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Там можете колокольчик. Нахуй этот вам колокольчик. Поэтому всем пока.